Всем привет, мы в 283-м стриме. Что ж, мы продолжаем проходить Awana Kill за Camellia 2. Я немножко посмотрел видео той атаки, которую я не мог никак пройти. И попробуем сейчас, соответственно, дойти до пятой фазы. Нет, я не стал, как обычно, смотреть наперед атаки, то есть я не смотрел, сколько их, какие там они и так далее. Только посмотрел ту, до которой я уже доходил. Посмотрел я несколько раз, вроде бы понял суть. Вроде бы понял. Посмотрим. Ну, поехали. Надо немного, чтобы руки разогрелись, так сразу-то вряд ли пойдет. Ну, по крайней мере, первая фаза с первой попытки. Уже хорошо. Поздравляю, Тор. Вторая фаза с первой попытки. Что-то какая-то жесть идет. Ну что это за рандом такой? Ну лол. Опять подумал постримить? Да конечно, конечно, Снат. Так я и поверил. Привет. Ну, неплохо для первой попытки, неплохо. Ну чё, Тор, теперь спидран будет? Рок Легаси. Серьезно, даже настроил? Ну давай после меня, я как раз тебе пост кину. Будут у тебя сразу зрители. Ну а так-то ты же знаешь, что у меня Камилка в это время. Так что чё удивляться-то? Дурацкая первая фаза это. Ну, хотя, на самом деле, не такая же дурацкая, но... Когда не проходится, тогда дурацкая. Когда проходится, то нормально. Привет, Just Observer. Ладно, Снап, что ты стесняешься? Хост это не больно. Привет, Тиран, спасибо. Дропы, дропы. Именно дропы, да? То есть там не просто лаги, а именно прям показывать, что потери кадров, да?
Если так, то, ну, ты какой битрейт-то выставил и на какой сервис? На Twitch? И какой сервер Твича? Тебе, наверное, японский там надо или какой ставить? Я хз. Но, скорее всего, вряд ли европейский. Тупо не потянет. Удаляй 3500. 3500 многовато, я думаю. Ты там что, финалку 13-ю собрался стримить, что ли? Зачем тебе 3500? Хоть даже ВБР все равно. Я уже думал, я убил ее. Ну, ладно. Да, да, у меня тоже КГ лагает, Тор, у меня тоже КГ лагает. Не только у тебя. Ну ок, а конкретно, когда ты включал, какой он битрейт пытался? Ты просто черный экран пускал? Попробуй поставь для начала просто битрейт там 500, да? Ну просто для теста. Поставь битрейт 500. И аудио там, ну 128, да? К примеру. Будут дропы или нет? Если нет, тогда значит постепенно повышай. И попробуй... Хотя, нет. Блин, самое смешное, что по идее на Good Game и на Keeper Game тебе стримить хуже, чем на Twitch, да? Сервера дальше. Но все равно можешь попробовать на самом деле Good Game. И ты этот интервал кадров поставил 2? Так, что за говно? Ну я не понимаю, не проскочу. Доступность. Так сразу и не скажу. Ну пропинговать разве что просто. Ты там же выставил не кастом FMS, а Twitch, да? Он тебе настройки красным никакие не писал? Скорее всего, писал про CBR, да? Вот. Еще должен был писать про интервал кадров, если у тебя не выставлен. Если не пишет, то, скорее всего, у тебя стоит 2. То есть правильный. Интервал ключевых кадров. Keyframes. Ну, CBR он пишет лучше, потому что когда у тебя смена качества на Твиче включена, да, то тогда CBR очевидно, что ну, лучше. Иначе он там фигню начинает делать. Ну, значит, у тебя, скорее всего, нормально все.
Ну, я говорю, тупо поставь битрейт там 500, 700. Если прокатит, то там уже больше ставь. Ну, скорее всего, у тебя, ну, в лесу слишком магистраль там тонкая, мне так кажется. Хотя у тебя в целом же... Ты знаешь? О, я знаю, как это сделать. Отлично. Смотри, заходишь на speedtest.net, ну, знаешь, да? И выставляешь проверочный сервер в Японии где-нибудь. Можешь посмотреть сервер Twitch в каком именно городе и спид-тест именно до этого города, если там есть сервер. Вот, и попробуй, какая скорость до туда. У тебя 600 же было, Тор. Я помню, у тебя 600 было. По-моему, даже 600 с чем-то. Я помню Max Payne 3 на DSL. У тебя стрим. Очень прикольно было. Такое качество. Привет, Назарнеко. Не досмотрел я Freedom Planet, отвлекли меня сильно. Flappy Bird, ну такое. Пинг до Японии 404. Остались вопросы? 404, как? Как? Если провод обтянуть вокруг планеты, пинг будет, по-моему, в районе 150. Ну, если как бы абстрактно, да, абстрактно. Без маршрутизаторов там, без всего. Это ж сколько там костылей на пути, что там... А, обычно 36. Ну вот что-то не пошло, что-то не пошло. Ну, видишь, отсюда и дропы, скорее всего. Попробуй все-таки не японский сервер. Хотя... Ну, попробовать же не сложно, да? Попробуй Good Game, например, московский сервер. Хрен знает. Мы же в кооп играли нормально, да? Я считаю, тебе стоит попробовать Good Game. Или ты именно не хочешь, ты хочешь Twitch, ну, именно по идеологическим причинам. Давай, Торыч, удачи. О, Тор сказал в топку кибер. Это произошло. Это произошло. Сколько? 3 года я ждал этой фразы. Или 2. Ну, много, короче. Только из-за лагов, а я только из-за того, что плеер там не работал, у меня еще что-то, ну, знаешь, такое, да. Из-за, потому что это проблемный плеер, поэтому и в топку. То там проблемы. У него много проблем. И его плюс в виде маленькой задержки уже не спасает давно. Хотя, если я увижу у стримера плеер кибергейма, я, конечно же, с него смотрю, ну, потому что я не хочу, чтобы мне... чат спойлерил, да, который смотрит с маленькой задержкой. Ну, то есть это нечестно. Поэтому я тоже смотрю с кибергейма. Ну, вообще в топку плеер кибергейма. Поэтому у меня кибергейма нет. Даже если бы он сейчас нормально заработал, да, там и так далее, я бы все равно кибергейм не вернул бы. Потому что, ну, блин.
нечестно по отношению к тем, кто других плееров смотрит. У Good Game это разница в задержке почти нету с Твичом. Ну такая минимальная, это не суть. Как бы, а у Твича 14 секунд, я считаю, вполне нормальная. Ну мы уже, в принципе, это 100 раз обсуждали все. Уже тема исчерпанная, на самом деле. Да блин. Так. Ну куда? Ну, я не успел сообразить. Чуть сложнее, чем Flappy Bird. Пульки, почему я на них наскакиваю? Ну то есть, я имею в виду вот моменты, когда оно не зажимает, ничего, я просто беру и небрежно прыгаю. Блин, я сейчас забуду страту на четвертую фазу, пока буду до нее доходить. Ни разу еще не дошел. Один раз дошел бы, если бы не расслабился, думал, что уже убил третью фазу, а в реальности нет. Но это лишь один раз. Это мало. Спелл-карта. Ну что это? Лол. Привет, Мэтич. Да никак, сегодня до четвертой фазы еще не доходил. Но стрим идет 20 минут. Блин, да что же такое пот-то? Лол, Владислав, ну можно запилить, в принципе. Мне кажется, подобное уже было. Почти. Но, по крайней мере, в Not Another Needle Magic Tower я видел такого босса. Там, правда, надо было не прыгать, а там по зигзагу летать, короче. Я вселенную вот эти Marvel там или DC не особо интересуюсь. Я даже не знаю, Дэдпул из какой из них. Для меня это просто мертвый бассейн.
Да. Ну не знаю, я как-то не хочу смотреть фильм, не понимая всего контекста сюжета, да? То есть только лишь понимая локальный сюжет, но не понимая некоторые нюансы, которые, ну, ты понимаешь только если знаешь вселенную, да? А там по-любому такие есть. Я как-то если уж смотреть фильм, то надо понимать все. Поэтому я никогда не смотрю фильмы, начиная там со второй или с какой-то части. Я всегда смотрю в начале первой. То же самое и игр касается. Даже если там связь незначительная, все равно. Я даже финалки Final Fantasy начал с первой части играть, смотреть. Хотя там вообще сюжет не связан, но это не значит, что они вообще никак не связаны игры. У них связаны некоторые мемы, некоторые элементы. Типа летающего корабля, там чокоба и так далее. В девятой в части вообще отсылки к первой части там и так далее. То есть я не зря что с первой начал. X-Men не канон. FF10 приквел к FF7? Не, а то и мне тут это... Лапшу-то не вешай на уши, ты чё? Да ну нахрен. Я знаю, что там единая вселенная, в курсе, но я не в курсе вообще этой вселенной, то есть я Final Fantasy Tactics видел только на стриме у Тора, а если ты видел стрим у Тора по Final Fantasy Tactics, то ты знаешь, чем это закончилось, а 12 FF я тупо не дошел еще. Я сегодня, кстати, смотрел, почем продаются Sony PlayStation 2, ну можно там в районе 3000-4000 взять. Но есть другая проблема. Ладно, я Соньку-то возьму. Ладно, она, допустим, будет чипованная. Я запишу болванку с Final Fantasy 10-2, там, да? И там 12-й. Ну, или там несколько болванок, да? Но! Вопрос, как это записывать на комп. Ну, у меня есть карта захвата, но карта захвата, она только HDMI вход имеет. У Sony PlayStation 2 самый лучший видеовыход это компоненты. Я посмотрел, переходник активный с компонентного входа на HDMI стоит неприличную сумму. Дороже, чем это PlayStation 2. Что-то я вот это вот печальки. Можно, конечно, с композитного писать, но это такое будет качество. Отлично.
жители Спира являются предками жителей мира FF7. А есть пруфы, Снап? Потому что я, во-первых, я это первый раз слышу. Во-вторых, тебе не кажется, что механика вселенной Ну, хотя на самом деле, если так задуматься, механика вселенной отдаленно может из одной в другую перетечь, типа там, ну, какое-то такое. Ну, не знаю, что-то мне кажется, это упорин какой-то. Они просто курнули что-то и ляпнули. Ну, RCA, я же говорю, RCA, как бы, качество будет говно. Качество будет говно через RCA. Плюс, ну, опять же, он тоже еще сколько-то стоит. Не, у меня есть EasyCap, но там совсем плохое будет качество. Даже для RCA, мне кажется. А так, RCA у меня есть. Ну, там, как бы, он напрямую RCA на USB. То есть, типа, такая аналоговая карта захвата. Дешевенькая, дешевенькая. А есть именно с RCA на HDMI, но, опять же, сколько это будет стоить, непонятно. Да ну нахрен. Привет, Сима. Ну, не знаю, как бы... Можно, конечно, посмотреть обзоры, как с RCA на HDMI. Типа, через переходник, там, по качеству получается. Но мне почему-то кажется, что оно будет довольно грустное. Даже если именно на HDMI, а карты HDMI, типа, норм там, да? Ну... Опять же, переходник же активный, значит, там переходник, он является, по сути, картой захвата. Своеобразный. Ну или как, он аналоговый сигнал должен в цифровой переделать. Да, значит, это, по сути, карта захвата. То есть, получается, карта захвата будет подключаться к карте захвата. Которая подключается к компьютеру. Специфично, специфично. Там через компонентный вход самое лучшее качество, я говорю, у Sony PlayStation. Ну вот. Да лол, ну. Ну а как аналог станет цифрой? Вот. Просто потому что форма разъема изменилась? Нет. Аналог, чтобы стал цифрой, нужен какой-то чип, который будет по алгоритму как-то это переделывать. Анализировать входящий поток. Ну переходник, ну переходники, переходники будут, будет электроника, а не просто контакты из одного разъема в другой. Как бы, если с аналога на аналога, да, то там тупо, да, там тупо спайк контактов и все. А здесь так уже не прокатит. Привет, Фаспапе. Да ладно, где улучшился? Тебе кажется? Я сегодня ни разу до четвертой фазы не доходил. Я за 35 минут ни разу до четвертой фазы не дошел. На, называется, я заучил четвертую фазу.
Может, я ее и заучил, мы еще не знаем, но до нее дойти надо хотя бы. Ок. Ну, тогда понятно. Тогда странная просто фраза «прогресс улу...» А, случился! Понятно, случился. Мне показалось, почему-то записал «улучшился». Ну да, случился. На позапрошлом стриме. Убийство Говимена мне не вызвало никаких эмоций. Ну, только лишь облегчение и все. Застрелись ты, ну лоу. Ну что такое? Да наконец-то, ну. Четвертая фаза. Пятая. Хэзэ, что тут? О! Undefined Fantastic Object. Да ядрить. Это 12-е, да, по-моему, тоха Уфо. Посмотрим. Прогресс, да, прогресс. Я, короче, такой сейчас фигак и втихую видео посмотрю, как эта атака проходится.
Ну, как видите, четвертая фаза совсем не сложная, если знать страту. Окей, я понял. Я понял. Японии из каверы выпускают частенько к своим играм книги, так называемая серия Ультимания. В них содержатся арты, концепты, интервью с разработчиками и прочим. И вот типа в одной из этих книг есть интервью с продюсером и ведущим сценаристом Юшинори Китасе, Хренолион игр, включая FF7 серию и FF10 серию. И сценаристом FF10. И вот там, короче, тыкнули пальцем, что, мол, ну да, они связаны фигли. А можно я сделаю вид, что я не читал этого, и ты мне ничего не говорил? Привет, Тос. Да, я вот как раз посмотрел. Только сразу просьба, какие там дальше атаки и сколько их? Не спойлери, пожалуйста. Вот пятую я сейчас впервые увидел, вообще впервые увидел. Поэтому я посмотрел, как она проходится. Дальше все, не надо. Я даже не знаю, есть ли там дальше атаки. Ну, скорее всего, есть, но... Ну да, очевидно, что есть, но сколько, я не знаю. И не нужно говорить. Увижу сам. Привет, Гэри Стори. Как там рейв? Не помню, шок. Довольно необычная ситуация. Не помню, чтобы мне раньше именно ЦСКА-2 ТВ заходили, ну, неизвестные для меня зрители, и они знали, что это за игра, хотя бы. А уж еще и даже помнят какие-то атаки. Забавно. Ну, просто на ЦСКА-2 ТВ, насколько я знаю, никто не проходил его на Kill the Camellia 2. Ну, вообще, это, да, если учитывая, что вообще в России, ну, скажем так, не в России, а из русскоязычных игру прошло 4 человека, то очевидно, что на СК2 ТВ никто не стримил. Гоги со Смурфа зашел. Купите нашу игру, и мы скажем, что она связана с FF7. А, может быть, снап, да, может быть, на фонтане. Ну, я говорю, что-то курнули, короче, и болтнул фигню какую-то, а потом уже не стали опровергать. Потому что иначе как-то неудобно. Это что, получается, балабол, что ли, этот продюсер или кто там? Ну просто как бы, ну, такое. Ну смотри, будет Final Fantasy VII ремейк, да? Если там не будет ни единого намека на какие-то остатки прошлого от Спиры, да? То значит ничего, значит не считается. Потому что понятно, что седьмую-то финалку они делали раньше, поэтому там никаких намеков может и не быть, типа они еще не придумали, да? Вот, но вот в ремейке уже они могут заявить.
запилить что угодно. Ну, такое... Так себе, конечно. Довод. Так, какая же тупая атака-то. Да, не, ладно, это фигня. Вообще, конечно, довольно странно. Вот ты говоришь, да? Что. Спасибо за подписку, извини, не видел ник. Ну, ты говоришь, типа, вот они такой у них рекламный слоган, или как это, да, замануха, типа, ой, эта часть связана с финалкой 7, так что покупайте. Ну, я не знаю, как было в то время, да? Но сейчас я куплю, ну, как бы, если у меня будет, скажем, приставка, да, то я купил бы Final Fantasy 15 в любом случае. Или Final Fantasy 7 ремейк. В любом случае я бы это купил бы. И куплю, если у меня будет на чем играть. Неважно там, что с чем связано, да? Просто потому что я пока еще верю в финалку. А тогда уж вообще не было причин сомневаться, как в то время. Правда, я 13-го не видел еще. Ну, то есть, типа, я к тому, что, типа, если бы они не говорили, что там что-то связано с 7-й финалкой, то никто бы не купил бы, ну, такое. Тем более, в реальности это, ну, особо никакой связи не оказалось. Привет, Джокер. Ну да, да, как бы я же говорю, что в целом, в чем я вот вначале сказал, что не, типа ничего общего, да, потом такой задумался, да. А почему я задумался? Потому что в финалке 7 там этот, это был, как это называется? Ну, короче, все типа души, да, вот этих там людей, монстров, неважно, они там в этот общий, как там, за поток попадает, я забыл, как он называется. По-моему, он стрим, да, так и называется. А в этой... В 10-й, Fairplane, да? Ну, тоже, по сути, куда-то отправляются в какое-то место единое. Ну, что-то как бы можно такое. Лайвстрим, да. Но меня не пугает, что это слэшер, честно. Меня не пугает. Ну это как? Это не совсем слэшер, это RPG слэшер. Давай так, это RPG слэшер. Надо доходить почаще. По сути, я на второй атаке сильно стопорюсь. Странно, а вчера она у меня почти стабильно была. То ли я разучился, то ли она просто очень нарандомила вчера хорошо. Чуть-чуть думал, что как раз упаду хорошо. Да, прогресс был, я до 5-й фазы дошел. Ну,
Snap, как бы, об этом можно долго спорить, да, но сделали, значит, сделали. Как бы, для меня в финалке в первую очередь сюжет. Так что, если там сюжет, еще и очень красивый по графону, там еще и музыка, как обычно, хорошая будет. Ну и нормально, ну и нормально. Да, как бы, отошли от жанра JRPG, ну, бывает, бывает. Что ж теперь не покупать из-за этого, но... Привет, Гвини. Да, прошел еще на позапрошлом стриме. Да, еще это... Седьмая финалка тоже будет слэшером по 15-е, по всей видимости, на том же движке. Забавно, на самом деле, забавно. Но это будет похоже на анимацию, 3D-анимацию Advent Children. А вот я уверен, это будет вообще прям вот... Типа Advent Children — это практически геймплей FF7 ремейка. Не знаю, может и понравится. Может и понравится Стак. А может нет, я не знаю. Я не могу сейчас сказать, я это не видел. Ну ты пока что считаешь, что не понравится, тогда будет спокойнее на стримах тебе. Я не знаю, сколько тут фаз, и специально не спойлерую себя. Давай вторую нормальную запили мне. Что-то упал. Вот стены, когда пускают, это, конечно, не круто. Но в целом на первой фазе можно всегда микрить. По-моему, на первой фазе не бывает неразмикриваемых моментов. Просто иногда слишком лень уворачиваться на первой фазе, когда очень сложные такие маневры. Проще с тицы заново начать. Потому что, ну вы же понимаете, если все время в себя в напряжении держать, то ну, силы быстро иссякнут. Ну давай, ну, есть. Блин, думал, ну как же так-то, ну. FF13 гадость, но можно сделать, что сюжет и закрыть глаза. Но нет, они выпускают FF13 2, где откровенно плюют на сюжет FF13 оригинальный. Ты весь синюшный, пытаешься забыть все это. И они выпускают FF13 3, где они плюют на сюжет FF13 2, на сюжет FF13 1 и всех игроков в принципе. Зато в FF13 3 завезли боевку и открутили опыт. Ну конечно, вот то, что там... Ну смотри... Если там реально с сюжетом какая-то фигня, то, скорее всего, мне не понравится. Для меня сюжет — это одно из главных в играх, кроме Айван.
Ну, вообще, кроме платформеров, скажем так, да, платформеров можно и без сюжета, если геймплей прикольный. А вот в каких-то в 3D играх, как бы, сюжет, это практически самое главное для меня. Первостепенное. Привет, Zero. Ну что это? Ну, а, надо было падать на дно. Надо было падать на дно. Мы Final Fantasy обсуждаем, Zero. Ну ладно, Снап, ладно. Увидим. Мне еще будет очень долго до нее, очень долго. Я думаю, что я до 13-й не дойду, уже 15-я выйдет, а я до 13-й еще не дойду. Потому что видишь, как у меня тикамотинус это PlayStation, я на эмуляторе, как я уже говорил, что-то не хочу мучиться опять. После 10-й части Kingdom Hearts, который я дропнул из-за эмулятора. Хочу PlayStation 2 купить. Но вот надо только разобраться, как с него на компьютер изображение выводить. В норм качестве. Ну что это? Что это за срань? Ну что это за... Я не ожидал, что я выживу. Забавно. Четвертая фаза. Плохо, плохо, блин, чуть-чуть не так сделал. Платформочка, которая вверх-вниз ездит. Ой, это еще не самое дурацкое там. Это еще там не самое дурацкое. Latin Returns 2, ну, видимо, уже за 15-ю взялись. Кстати, Snap. Этот. Нубоу, как его там, который музыку писал. Он же ушел. Последний раз, когда он для финалки писал музыку, это FF10, да? А как потом стало с музыкой? Хуже стало? В следующих частях. В целом.
Ох. Да, кстати, шестая фаза точно будет, потому что спелл-карта. А, скорее всего, шестая фаза последняя, это мне так кажется. По-любому, потому что если она не последняя, то их 8. Блин. Либо 6, либо 8, короче, фаз. Но я думаю, что все-таки 6. А, после 11 вышел? Ну, типа, он увидел ММО и такой, ууу, ММО, ну все, поехали. Не-не-не-не, давайте не надо. Задница. Что-то как-то странно фразы пишешь, уже не первое предложение вижу. Кто-то писал FF13 гадость, но можно сделать что сюжет и закрыть глаза. Вот это уже было странно. Теперь в FF13 мне либо боевая система понравилась, в остальном ничего не запомнилось. Что-то... Когда тема заходит, а в FF13 тебя клинит, что ли? Привет, Рентаро. Нет, ты пиши, что думаешь. Пиши, что думаешь. Но только правила канала соблюдай. Может, ты думаешь реклама, я откуда я знаю. Только что финалку 13-ю играл. Понравилось?
Я пока не играл. Чё я не прыгнул-то, ну лол, чё такое лол-то? Привет, Михаил. Подожди, а на Твиче там тоже человек с ником Михаил, это не ты? Ой, на Твиче, на СК2-че. Ну, привет обоим. Ну куда? Ну вот что это за было вот это вот... Что за трэш? Ну... Вау. Давай еще направо стрелять, ага. А. Да ну. Так, может сконцентрироваться попробовать. Хотя вроде бы и так на самом деле микрю как могу. Что вот это за срань была сейчас? Давай. Да лол, ну такая глупая смерть, такая глупая смерть. А там хорошо нарандомило, я глупо устрелился. Не спойлери, пожалуйста, Лентаро, если что. Вообще ничего, абсолютно.
Да что ж такое, ну. Слишком как-то там было потно, опять же. Это жесть, просто жесть. Привет, Фёрст. Жесть. Не, ну то, что финал, как всегда, был упорин, довольно серьезный, это я уже привык. Особенно в ранних частях. Вы посмотрите на дизайн монстров, там, дизайны боссов, особенно последних боссов. Это что-то крепкое они курили. Очень-очень. Прям вштыривало хорошо, я так чувствую. Ну потому что иначе это невозможно придумать. Да ну жопа, ну... Ну я понимаю, что... В поздних частях уже нормально, ну, как бы монстров, в принципе, рисовали, ну, адекватно, ну, для фэнтези это адекватно, как бы, да? Но вот в ранних частях жесть. Коты с картонными крыльями во врагах. Ну... Рентаро, я думаю, это запрещено. То, что они там употребляли, это запрещено в РФ, скорее всего. Так,
так, что публично не стоит это обсуждать. Ты с ними свяжись там по-тихому. Где там что ж разрешено? Это где такое разрешено? В Сомали? Или в этой, как это называется, в Колумбии, да? А еще, наверное, в Афганистане. Ну, в Казахстане, лоу. В Казахстане это, по-моему, то же самое запрещено, что и в России. Они картонные? Нуэ. Не нью, а нуэ. Привет, Аю. Да что ж ты делаешь-то, ну лол. Да, ну куда надо было идти, я хрен на это вообще. Хорошо, что вторую атаку не поставили в конец. А то это была бы задница. Это будет означать конец Бустраша. Да ну.
Будка, да, я помню будку. Подожди, а она разве не в FF9? Разве не в FF? Или в FF9 что-то было тоже какое-то такая хрень, по-моему, была. А, в FF7 я помню, она в трущобах точно, да, там такая штука. А в FF9 тоже, по-моему, что-то было такое странное. Не попал, что ли, пулька, или она еще от спама была защита? Включена. Тебя нафиг. Да ну задолбала эта атака меня, задолбала, ну лол. Что за говно? Ну... Мне там уже пора увидеть шестую фазу. Белка, ну да, вроде кажется, помню. Что, по-моему, в самом начале игры, да? Прям на первой локации. Или. Ну вообще белка страшный враг, да. Да ты шо, прикинь, идешь по лесу, на тебя белка нападает. Еще в какой-то части кролик. Не, ну кролик это вообще какой-то хоррор уже. Это же в страшном сне такое не приснится. Кролик из капусты на тебя нападает. Куда ядрить? Там, если бы я сейчас еще прыжок сделал бы, то бы я печатался бы в те, которые слева летят, а не сделал, печатался, которые снизу. Там был вариант уйти направо, но я не вижу границы экрана, поэтому проблема.
Она рандомная, но она на чтение все равно. Ну хотя как-то на интуицию тоже. Жесть. Эльзорга, я не знаю, как ты играешь, но я еще со времен больше стреляю не той рукой, которой прыгаю, поэтому как это может быть неудобно? Это вообще не трудность ни разу, абсолютно, я этого не обращаю, на это вообще никакого внимания. Да ладно, ну мог бы обогнуть и... Последний удар оставался. Да, на стрелку вверх. Блин, ну чё же я упорот-то так, ну лол. Жесть, снап. Чё за хрень, нахрен я в такого не стал поиграть в жизни. Да. Не, да ну нафиг. Да ну нафиг такое. Не знаю, я привыкший к зоргам, и как-то не пипец под. Ну все равно, снап, да ну, да лол. Что я хотел? А, вспомнил, что я хотел. Да ну что за срань? Да ну вы нахрен. Green Story, да. Сегодня, кстати, мировой рекорд по I Wanna Kill The Camille 3 поставлен 5 часов 15 минут. Это просто безумие. Hey, Blanca. Yes, same boss. But I'm... see you. Phase 5. В смысле, чё не видно? Не понял. Не понял,
понял, что выше сделать. В смысле... Ну, короче, я не понял, что ты имел в виду. Soul. Ну, ок. I saw phase 5. А, ну так потому что, а как ты по-другому сделаешь атаку? Ну и чё, ты просто будешь видеть часть меня. И всё. То есть просто если бы попробовать на другой монитор повесить. Секундочку. Зеркаленная вебка. Вебка отзеркалена. Вот так на самом деле. Жесть, жесть. HP. Слайд-шоу? Ну, только у тебя же сабсервер, я думаю. На лоб? Да что за жесть? Не знаю, Зорга, просто пока что по приколу. Потом верну, как было. Потом верну, как было, пока просто, ну, по приколу. Скорее всего, Jessup сервер несколько вариантов. Память забивается, раз. Далее... С видеодрайвером проблема 2. Но пока так. Ну, или какой-то плагин багует и жрет процессор. Возможно, флешплеер багует и начинает рот жрать. Тоже. Третья фаза. Давай, четвертая.
Пятая. Я не понимаю, где хитбокс. Ок. Шестая. Хэзэ. Первый раз шестую вижу. Что? 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 ХП само отнимается, смотрите. Это Away Dance. Не знаю, Зорга, не спойлери. Шесть. Из угла, в смысле? Я понял суть шестой фазы. Блин, хрен запомнишь так. Ясно. Да, история. Все, я видел все на этом боссе, я видел всего босса. Осталось только пройти. Я не спойлерю себе. Где ты видишь, чтобы я спойлерил? Я не спойлерю. Я когда уже увидел фазу, то есть когда я уже не могу ее заспойлерить себе, то я смотрю на нее тактики, только на нее, но не на следующие. Это не спойлер, если что. Это просмотр тактик на то, что я уже видел. Ну, ты же понимаешь значение слова спойлер? Это посмотреть то, что ты еще не видел. Так, ну. Точно, ты понял, ты знаешь, наверняка. Ну, а я видел эту фазу, и после того, как я увидел ее, после этого я посмотрел на нее тактику. Не было видно? В смысле не было видно? Не может быть. Себе халява была сейчас.
Снап, я знал, что ты придерешься. Я знал, что ты или кто-то придерется. Потому что... Ну, да. Короче, я знал, что ты придерешься. И ты знаешь, что я имел в виду не это. Тебе просто захотелось придраться. А, лицо не было видно. Я про это. Снап, что ты начинаешь? Привет, Лёха. На позапрошлом стриме прошел Гравимена. Уже дошел до шестой последней фазы Нуэ один раз только что. Но она капец долгая, Away Dance там. Даже без него все равно. Почему на следующем так инстория? Почему на следующем? А на этом нет? Спасибо, что не веришь в меня, ну ладно. Почти заложал. Заложал. Заложал четвертую фазу. Да ладно, ну. Наверное, не стал Эльзорга. Видно, что у него с английским проблемы. Thank you.
что, да что, ну... да ну ладно, ну серьезно. О, блин, бред. Такой бред. Знаете, что мне надо проверить? Мне надо проверить хитбокс, где я находится. Так, еще раз. Ну. А то я на пятой фазе волнуюсь слишком. Да блин, дай мне хитбокс прощупать. Ну и дурацкая. Ага. То есть вот так можно свободно краешек крыла задевать, все понял. Да ладно, ну... Резорка. По второму разу вообще там несложно. Пересмотри свой вот, чтобы вспомнить, где там маршрут. Сделай себе скриншот с маршрутом, такой, линиями. И все, изи второй раз пройдешь. Вообще несложно. Ну серьезно. Ты как бы до тебя... Ты платформер айвановский вообще, ну, легко воспринимаешь. Ты там жесткие шипы микришь. И ты испугался двух экранов с лабиринтом? Где ты уже знаешь маршрут. Ну такое, честно говоря, на отмазу больше похоже. Ну не хочешь, не проходи, но это очень похоже на отмазу. Кстати, а когда будет? А, то есть ты вне стрима возьмешь обе секретки, да? И все остальное на стрим, правильно я понял? Здорово, РНГ. Спасибо. Я уже до шестой фазы дошел, правда, она меня моментально убила. Ну, я же не знал, да? То есть, ну, дошел, оно появились и сразу, короче, умер. Моментально. Прям во мне лазер появился. Ага. Поехали.
Фух. Надеюсь, этого достаточно. Фух. Хрен запомнишь. Какая история такое? Да. Наверное, и мне надо на листочек записать. Блин, много писать-то придется, она капец длинная. Ну, не на листочек, но в текстовый документ. У меня же два монитора, могу себе позволить. Смотрим первую фазу. Право идем. Так. Идем вправо. Следующая. Идем вправо в скобках. Надо прыгать. Идем влево. Ну, в принципе, там везде надо прыгать, кроме первой фазы, по-моему. Потом. Блин, это вообще непонятно. Следующее. Еще раз сначала. Ладно, четвертое запишем, как идем вправо и налево, в скобках прыгать. Короче, жопа. Потом тупо идем направо. Правда, я один фиг не смогу на это смотреть. Так я видео и смотрю, я же видео и смотрю. Я сейчас видео. Ну просто я захват не стал делать. Я сейчас смотрю видео. Так, потом. Идем вправо, в скобках небольшие прыжки. Почти не прыгать. Я не знаю, может быть, я неправильно пишу. В скобках прыгать жопа, ну да. Потом хрен пойми вообще что. Короче, направо-налево. Идем направо, налево, в скобках жопа. Так. Идем тупо вправо. А, и все.
Получается всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 движений. Ну, давайте хотя бы попробуем в начале так, запомнить хотя бы первые три. Вначале мы посадим вправо, это понятно. Потом мы опять идем вправо, но там уже надо будет подпрыгивать. Потом идем влево, и там, по-моему, надо прыгать, хотя я не написал, что надо прыгать. Ну, хотя бы так, ладно. Вправо, вправо с прыжками, потом влево, а потом о, жопа начинается, все, понятно. Да доживу, ты видишь, уже два раза дожил. А, только я так и подумал, что там зацикливается. Четыре разных движения, да? Типа почти два цикла там получается. Это на самом деле тупо, зачем было так делать? Либо уж сделал, либо 9 разных движений, либо один цикл. Ну. То есть повтор 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Да, 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 можно-то удалить остальное. То есть там мы идем вправо, потом идем вправо прыгать, потом влево с небольшими прыжками, потом самая жопа. Ну это еще проще запомнить тогда. Всего-то 4 движения надо запомнить. Сколько раз RedGate всего доходил до последней фазы? Кроме первого раза, когда тебя тупо на лазере убило. То есть когда-то уже что-то пытался там сделать. Мне почему-то так кажется, что много раз, потому что если ты убивал его ее 9 часов, то это как-то стрёмно, потому что я всего на ней сколько часа? 4, по-моему, сижу. Или нет, не помню. Раз 30. Фух. Как стабильно тебе давалась вторая и третья фаза? Ну, скажем, под конец, когда уже ты почти убил. Не по плану. Не по плану пошло, блин. Запутался немного. А, ты сам допирал? А, ну это жестко. Не, я еще когда только начинал игру, я сразу сказал, что боссов я смотреть буду в видео. Ну, я имею в виду стабильность, ну не 100%, но как бы... Ну, хотя бы какая-то. Так, сейчас я хотел посмотреть, сколько я уже на боссе-то сижу. Начал я ее в 79-13. Получается, так, 80, 81, 82. Скоро будет 4 часа всего лишь.
Да, по идее, да, с четвертой фазы уже как бы все. То есть дошел до четвертой фазы, должен дойти до шестой. Но не все так в Айванах просто бывает. Потому что рандом не только в игре, рандом в руках. Это тупая смерть, это тупая, очень тупая смерть, дурацкая, тупая смерть. До конца игры, но по контенту немного. По контенту, по часам игровым, да хренища. Но тем не менее, все равно я уже больше половины прошел, даже по времени игровому. Я думаю, что я 140 часов уложусь по игровому таймеру. Вообще всю игру должен. Ну а ты думал, босс раш это и все, потом титры пойдут? Босс раш это первый фильтр. Это первый фильтр. Или гейзер первый фильтр, я не знаю, или салгрин. Но, по крайней мере, босс раш это один из фильтров, на котором дропают игру. Очень многие. Как видите, я не дропнул. Очевидно, что этого босса я пройду. Если уж Гравити Мэна прошел, то уж этого пройду. Ну жопа, ну... Нет, а я как раз не хочу, Эльзорга, я как раз не хочу. Что-то знаю, что-то не знаю. Увидим. А зрители, которые смотрят, и они не знают, у них будет больше интереса. А они не знают, что дальше. Пусть так и останется. Ну, если хочешь, я потом в личку напишу, что я знаю, ну, если тебе это прям так интересно. Просто если ты думаешь, что все, кто здесь сидят на стриме, видели К2 полностью, ты ошибаешься.
Блин, ну дурацкая фаза. Ты видел канал полностью? Вот это поворот. Ну, К3 я тоже полностью видел и довольно много раз. К3 я хорошо знаю. Единственное, что не помню, где секретные боссы лежат, кроме первого. Но, благо, мне это не понадобится информация. Никогда. Надеюсь. Потому что что-то усиленного Гравимена у меня нет, убивать никакого желания. Усиленного Дестинейшена еще можно попробовать. Кримсона, ну, такое. Нет, а К3, даже если я К3 буду проходить, это не значит, что я буду секретные боссы там еще проходить. Я даже если буду проходить, я даже обычные секретки не буду собирать. Там даже первую. Да нет, я специально как-то не интересуюсь Эльзорга. Я бы давно уже если бы хотел бы посмотрел бы где-нибудь на Ютубе. Я не думаю, что это тяжело так найти. Просто не знаю. Ну как-то мне не интересно, пока не спойлерю себе. Ну говорю, ну может быть кому ко всем, может быть хотя бы посмотреть можно, но только не Gravity Man'а. Удаляй просто Gravity Man'а. Он мне не друг. Что это? Вы видели это? Вы видели эту стену? Да, в Камелии 3 секретные боссы, их 5. 4 это вот эти боссы из Boss Rush, только усиленные, а 5 это тупой Эвейденс, с песней, которая мне вообще не нравится, ужас. Но, тем не менее, есть и видео. Я не думаю, что оно называется так, что я его не нашел бы вопросом. Не, к тому же надо на Твиче искать, а не на Ютубе Эдзорга. И подожди, у Йо-Йо Дуда разве нету прохождения на 100% на Ютубе? Что вот это? Ну, ох-хо-хо. Лол, что происходит? А-а-а.
хайлайты, ну, в них и искать. А где еще? YouTube это тоже хайлайты, сплошные хайлайты. Весь сервис из хайлайтов состоит. Да, Гвини, у меня это часто бывает. Когда сижу долго, ну, надо, видишь, всматриваться, да, начинаю моргать часто. Если вас раздражает, я могу камеру выключить. Но я не могу от этого избавиться. Хайлайт туп. Благодаря Ютубу? Серьезно? А, не благодаря группе ВК там, например. А как ты именно благодаря Ютубу узнал? По-моему, на моем канале Башибатл, что ли, увидел или что, я не понял. Халява. Фух. Это сейчас жесть была, блин. Да ничего мне не понравится. А, убийство Мегамайна на рейпе, ну. Блин. Ну что он не, она не пускает меня? Поехали. Да я знаю, он не первый, кто спидранит Justice Guy, не знаю, что-то понравилось людям эта игра. А, то есть ты когда уже увидел, там уже это видел знакомые лица? Я думал, ты вообще, в принципе, там, обо мне, о пророке, узнав о Бино, там, узнал именно
через башепатлу. Да, космик спидранил. По-моему, еще кто-то. А может и нет. Но не очень, два Ивана не играет. Только Боша играет, прошел, и то пугает только недавно. У меня такой вопрос. Player Good Game работает? Ну, вообще, как бы логично, что должен работать. Потому что с него рестрим идет. Просто на нем зрители почему-то ноют. Именно на Good Game-овском. Что, Good Game не нужен? Попросить кое о чем в конце? Ну, ты сразу сейчас скажи. Ну, вообще, как бы странный вопрос. Можно ли попросить? Попросить всегда можно. Выполнили я просьбу, ну, давай посмотрим, в чем просьба заключается. А, ты до сих пор Боша Баттл вживую не видел? Ну, блин, ну восьмой мир на рейпе, ну такая срань, ой, такая жесть, восьмой мир на рейпе. Ну не идет он у меня, ну не идет, все, отфильтровал он меня, восьмой мир на рейпе. Не, ну в смысле нет, я не дропнул, да, я не дропнул, но... Ну что-то он вообще никак, ну лол. С коллизиями пуль. Нет, а где он используется?
честно, я без понятия, о чем ты говоришь. Идем вправо, потом идем вправо с прыжками, потом идем влево, потом жопа. Вправо. Вправо. Какими-то прыжками. Надо все-таки перепрыгивать их. Короче, если зажать кнопку свернуть после выстрела и как бы выдержать ее курсором, а потом навести на окно и отпустить, чтобы игра не свернулась, то пуля как бы будет лететь все это время, хотя сама игра как бы замораживается. То есть проходить сквозь объекты с коллизией. Первый раз слышу Эльзорга. Первый раз слышу. Ну, даже если достигну, то что? На шестой атаке? А, ну в смысле, ну я понял. На этой фазе. Хрен знает, я не могу понять, как это запомнить. Не, сегодня, конечно, я вряд ли пройду ее. Ну, точнее, вообще шансов нету. Все-таки шестая фаза сложная. Шестая фаза сложная, так просто не даст она. Я не пройду ее случайно, но вероятность вообще, но...
замораживать вторая атака, честно. Просто не прет. Он спрашивает, что почему я бесконечно прыгаю, что ли, да? I can stay on the floor, but I must shoot in boss. А, да ладно. При чем тут вода, подожди. Не, ты что-то путаешь, Эльзорга. Где-то там воду увидел. Ну ответь ему, короче, Эльзорга. Я не знаю. Sorry, I don't know how answer on your question. My English very bad. Близко я подошел. Ладно, попробуем перепрыгивать. Попробуем иногда перепрыгивать. Я тоже так и понял, Снап. По-моему, это не только уровень. Это можно по-разному интерпретировать. Ты просто слишком привык это в рамках, ну, в тех, которых ты привык понимать. Вообще, уровень это левел, да, не забывай. А стейдж это этап. Одно из значений.
I can save, but not any moment. This is save. This object. Super Mario Bros. Nice game, but not my favorite game, even on NES. My favorite game on Sega Genesis it's Sonic the Hedgehog 2. Вот бы еще числительное это по-русски говорить. Так он же сказал, что он швед. Резорга. Да пофигу, он понял и мне нару. Ну, когда я исправился, я надеюсь, он понял. Давай, РНГ, удачи тебе. Спасибо, что зашел. Ну погнали. Блин, рано я начал прыгать. Барнакл. Of Rage. Not my favorite genre. Правильно? Я неправильно произнес. Ну, я думаю, при должном старании можно понять, что это было за слово. Вообще, на самом деле, ну, вполне можно воспринимать, если стараться, очень корявый язык. Если захотеть, то можно понять даже с сильным неправильным построением предложений, акцентом. Вполне.
Хотя, конечно, бывает тяжело. Вот это сейчас косяк. Ну убейся, пожалуйста, ну. Ну кадровые прыжки нет. Да я слишком рано пошел, там потом шире будет. Нет, ну там, понимаешь, там где написано жопа, я до туда еще даже не доходил. Мне показалось, что там не так уж сложно на самом деле. Давайте, надо хоть раз перепрыгнуть вторую атаку шестой фазы. Yes, it's easier than other, but still hard. Где? Вот жопа-то, а? Кошмар. Что-то сейчас такой бекрёж был вообще прохладный. Первая фаза. Это сейчас я что-то отпустил.
Помню, как-то прочел в журнале, что какие-то ученые, скорее всего британские, проводили исследования способности человека запоминать. Так они установили, что в среднем человеку требуется повторить что-то 8 раз, чтобы оно точно отложилось в памяти. Так что посмотри последнюю фазу на видео еще 7 раз, и победа у тебя в кармане. Так это мозг запомнит, а руки? Ты этого не учел? Фаза 3. Вот это вот не очень рандом. Ну не очень рандом, честно скажу. Ну, терпимо. Ох, ой, вот это вообще не круто. Есть. Так, поехали. Вот надо было две направо. Или все время надо. Сейчас теперь я хотя бы знаю, что мне запоминать. Теперь я посмотрю. Как именно? То есть, знаете, вот сложно вот сразу вот посмотреть всю фазу длинную и сразу все запомнить. А теперь я понимаю, какой конкретный момент у меня не получается, я могу его конкретно посмотреть. Так. Ага, так, еще раз. Так, по-моему, три перепрыгиваются, потом назад. Так, раз, два, три, четыре. Не-не-не, что-то я не могу понять. Сейчас еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Потом назад. И еще раз. А нет, шесть границ проходим и потом назад. Ну, шесть рубежей. Спасибо, Эльзорка, за разъяснение.
4, 5. Нет, тут надо на shift прыгать, потому что очень маленькие прыжки. Я не могу такие маленькие прыжки делать на стрелку вверх. Да, это было близко. Давай, удачи, Снап. Блин, я отвык на shift прыгать, лол. Ага, ну считайте, что пережили две. Я просто врезался в стенку. Так, теперь я запомню, что делать на третий. Сразу прыгаем направо, налево, идем и идем до конца. Так, давайте сначала. Так, идем. Стоп. Идем. Жок налево. Так, потом идем направо, налево. Ага. Сразу прыжок направо, потом налево. И просто идем. Это я запомнил. Не думал, если честно. Не знаю, скорее всего, ничего особенного. Ну, у меня как бы тут и так вон, как видишь. Ну, не знаю, подумаю, может что-нибудь замучу, но не знаю. Ничего не обещаю, короче. Я, скорее всего, до 300-го стрима не пройду еще комедию. Ну явно. Ну да. Это 100%. До самой комедии я, может быть, дойду, да, но явно еще игру не пройду.
С учетом, что у меня номерные стримы это не только фамилия. Бедный над кем? Над Руэ? Нюэ? Камиле, да. Вот загнул, так загнул. Это там стримов 10 осталось. Именно, ну, камилевских. Даже, может, меньше. Хорошо бы дойти до Камиле к 300-му стриму. Привет, Павак. Так именно написано. Да, не, больше то, что стены не видно сбивают, наверное. А, да, ну или ты имеешь в виду именно на шестой фазе? Ну, на шестой, да.
Тебя близко как-то встал, по-моему, сильно. Ну ладно. А, и дойти еще, дойти, понял. А я думал, что наоборот она остановится. Не, вряд ли победу увидишь. Сегодня, в смысле. Не, в воздухе хрен сориентируешься, Резарка. Ты посмотри, в воздухе хрен сориентируешься. Ну не, в воздухе это удалями крыть. Вот, видите портал? Это выход из Бусраша. Но пока он не берется. Последний, четвертый ключ. Точнее, четвертый, я бы сказал, бомба, которая взорвет четвертый портал. Босс Раша. Меня вот добавляет микрить на самом деле между вот этими бойками. Я удивлен, что я выжил. Но. Долго сидишь? Нет, написано. Написано же. 79-13 я ее начал. То есть. Где-то 4 часа 40 минут я на ней. Нет, он еще добивает, Зорка, ты рано говоришь. Я только две атаки из четырех пережил, а их надо пережить по два раза все. А первую даже три раза. Ну, там, правда, ее переживать нечего, но тем не менее. Не, ну то есть смотри, если бы у меня была бы возможность включать каждый раз последнюю фазу хотя бы для тренировки, я бы попробовал бы в воздухе ее микрить, но так слишком пока дорога цена. Я проще буду по вот этим тактикам наземным. Одинаковые, да. Мне кажется, в оригинальном боссе они не одинаковые. Ну, ну, куда? Да ну, надо было прыгнуть еще разочек.
интересно, что же добавили в третий Камелия? Мне кажется, может тут пульки не только горизонтальные, еще вертикальные летят. Мнению с оригиналом много ли добавили? Просто что я не знаю, что в оригинале, но оригинал сложнее, как мне говорят. Это в смысле в третьей Камиле или в оригинале? Wanna break him out, по-моему, так. Что такое? Ой, случайно что-то палец дрогнул, двойной прыжок сделал. Не, ну я, не, сегодня мы явно её не убьем, потому что уже, в принципе, скоро буду заканчивать, думаю. Но, как бы, думаю, на следующем стриме уже по-любому, по-любому. А сейчас мне просто времени тупо не хватит даже заучить оставшиеся две атаки, еще плюс.
как-то, ну, надо, чтобы они еще получались. Не только там, ну, в принципе, я не знаю, то есть, конечно, есть шанс, что когда я сделаю четвертую, то я потом смогу тут же повторить и первые, ну, в смысле, еще раз четыре подряд. Ну, такое. Ну и что? Я не думаю, что за час пройду. Сейчас. Все-таки, ну, с часом, я думаю, ты перегнул. Ну, 2 часа, может быть, да. Смотря как буду стабильно. Точнее, как часто буду доходить до 6-й фазы. Эльзорг, ты тут? Давай попробуем твою фигню вот эту, которую ты просил. Если ты тут. Без тебя не буду. Так, я тогда запись останавливаю. Камиля на этом заканчивается.